Остались считанные дни до того, как в ходе правительственного проекта «Хорошие дороги» начнется ремонт на трассах. Госадминистрация дорог уже подписала первые 4 контракта с подрядчиками. В общей сложности они восстановят 243 километра. Работы обойдутся в 222 миллиона леев. Сума тотала есть 68 миллионов лей. В Минэкономике уточнили, что деньги распределили в соответствии с техническими заданиями, разработанными местными администрациями в каждом районе. Секторы де дрома у фос селектати конформ пропунерлор авторитетслор публичи локали де нивелу 1, яр пентру детерминаря волумului алокацийлор а фост луат ин консидерации аша фактори ка нумору популяции дин локалитати, конексиунили ку школили, грединители, спитали, агенции экономич. В то же время Министерство экономики просит обратить особое внимание на качество работ. Соличит коллегилор де ла АСД о мониторизаре май ригуроасы ши май эксиджента асупра калитетии lucrărilor de reparare a drumurilor, respectarea tuturor standardelor și proceselor tehnologice. В этом году на программу «Хорошие дороги» выделен 1 миллиард 125 миллионов леев. Во всех населенных пунктах страны будет отремонтировано более 900 километров дорог. На стройплощадках задействуют более 500 спецмашин и около 5000 дорожников.